Привет! Привет! Всем привет! Елена Барахитова, эстрадно-джазовая певица, закончила Московскую академию имени Маймонида, мечтает сняться в бурятском кино. Первым делом просыпаюсь утром. Первым делом я пью стакан тепленькой водички на голодный желудок. А ваш секрет красоты? Здоровый образ жизни и правильное питание. А куда вы идете, чтобы остаться наедине? Наедине с собой. Я люблю быть дома, одна, с хорошей, красивой музыкой. А если бы ты смогла спеть дуэтом с кем угодно, кто бы это был? Ну, если брать всемирно известных звезд, то, конечно, мечта – это Стиви Уандер. А ВКонтакте или Фейсбук? И там, и там. А черное или белое? Белое. А, по шкале от 1 до 10, насколько ты сейчас довольна своей жизнью? Десяточка. Меня все устраивает. Если бы тебя попросили привезти сувениры из Бурятии, что бы это было? Это, наверное, была бы буддийская красивая статуя. А любимая поговорка на бурятском языке? Нэрэ хохолонхар, яха хохолха. И совет дня, пожалуйста, нашим телезрителям. Ну что сказать, наступает прекрасная пора, весна. Ведь жизнь прекрасна и удивительна. Так давайте будем друг другу терпимее и добрее. Спасибо вам, пока. Пока.